Сегодня Денис первую поездку едет. После отпуска. Я ему сейчас банки собираю. Котлетки жарятся. Сварю баночку пельменей, поставила воду. Блинчики с творогом сделала. Это сейчас он придет кофе попить. Сосиски на гриле. Батончик поджарила тоже здесь. Так, подготавливаю. Потом огурчик, майонез. Там банка тоже уже готовая. Сейчас буду делать. У меня, блин, столько этой. Вчера ягоды собирали. Виктории. В субботу ему, наверное, не буду ложить, испортится. Готовы котлетки. Сегодня уже с утра, время 9 утра, уже жара. Сейчас жду Дениса, пойду на тренировку. Всем привет. Денис вот на работу собирается, Лена, 10 вечера. Че у тебя там, что ешь, что хочешь? Че ты от меня хочешь? Ну как это, хода, не хода, не на работу? Или ты спать хотел бы? Да спать хотел бы. Ем, короче, орешки, получается, с медом привезли с юго, с такие по Осиповке. Там купили такие в тридорге, у нас такие, наверное, 10 раз дешевле стоят. Да нет, цены-то примерно одинаковые. Там в тридорге, не? Ты решил просто посластиться с кофейком? Посластиться решил немножечко с кофейком, да, перед работой. Ты еще меня снимаешь, не даешь мне покоя. Ты готов к работе вообще в целом? Неохота. Неохота. Привыкаешь, знаешь, к хорошей жизни. К хорошему быстро привыкаешь. Ну, отдыхать, да. Да, режим дня, сон, безделье, вот это. Угу. Сейчас время 10. Сейчас надо ехать куда-то там опять за 3-9 земель ночью. Угу. Будешь ягодками посластись? Несовместимо кофе с ягодками, меняю ночью с молоком. Ну да. Вот. Могут проблемы быть. О, неохота так. Ну что за наворачиваться? Далеко поедешь туда-то вот? Далеко. В сторону Тагила, Нижнего. Туда, в те края. 180. Ну да, вы еще быстро туда съедешь. Да, быстро. Когда ты ночью спишь, конечно, быстро. А когда, блядь, едешь туда и обратно, ты нифига не быстро. Не получится так, что ты ночью, нам, утром, вернее, в дверку постучишь вот так вот? Если пассажирам оттуда отправят, то может быть. Ну, утром ты точно не приеду. Вот. Ты сейчас баночку доешь, наверное? Нет. Сладко слишком. Ну, это получается на 3 раза баночка. Да. Такая не такая уже большая. Ну, орехи-то так-то это жир. Ну, да. Еще и с сахаром. Ну, что делай. Что-нибудь, какую-нибудь там кашу, суп, я не хочу сейчас ночью есть. Ночью хочется что-нибудь такое, знаешь, перекусики, вот мне нравятся ночью. Они хорошо заходят, перекусики. Да вот, ну, какую-нибудь чашку там чего-нибудь большого неохота. А вот перекусики, печеньки ночью хорошо идут, вот. Бутерброды ночью хорошо идут у меня. Перекусики, какая-нибудь булочка, вот. Mm-hmm. С кофе, кофе так, чтобы взбодриться. Ты вот с этого сейчас смеха спать пойдешь, а я вот сейчас поеду. Мы пазл собираем. Ну, пазл собираем, все равно дома. Все равно у нас уже день заканчивается. Mm-hmm. А у меня только начинается, представляешь? Mm-hmm. Хотя встали мы с тобой вместе. Кого вместе? Я в 6 часов встал сегодня. Ходил на работу. Пешком, мозг закрыл. Пешком туда, пешком обратно. У меня сегодня получилось 17 тысяч шагов находил за весь день. Угу. Вот. Ладно, потом расскажешь, как у тебя прошла поездка-то первая? Расскажу. Неохота. Честно, неохота, блин. Ну, а что делать? Потом, знаешь, вот, потом вот, вот все говорят, вот, там мужики рано умирают, конечно. Ты когда вот ночами работала? Никогда. А я вот 16 лет работаю ночами. 16 лет. 17-й год пошел. Не сплю. 17 лет не сплю ночами. Это капец, это очень много. А потом что-нибудь хоп-хоп там тряхануло, и думаешь, да, тряхануло Дэна. Тряхануло Дэна из-за того, что не спал ночами. Что делать, я не знаю. Так ты спи мир там на стояночках. Не положено. Ладно, в общем, давай. Собираем рюкзак на работу. Баночки вот у нас вот. Гречечка, да? Греча. Пельмешки вот. Греча с чем?
Одна с курицей, вторая, по-моему, с котлетами. Греча с котлетой, вторая. Хлеба только долго держит. Здесь майонез, огурчик, сосиска и блинчики с творогом. Это НЗ, неприкосновенный запас. Каша рисовая со свининой. Ты же она, что, вкусная? Не, она вкусная. Звениговская. Покажи, какие сандалии купил на работу. Звениговские, да. Сегодня сандалии купили для работы, чтобы ноги не потели. Вот такие вот. Не сандалии, а ну, как... туфли. Сандалии называются. Да, чисто для работы взяли. Это такой бабушкин вариант. Ну, на мне для работы что, зато ноги чтобы не потели. Ну, сам... 1400. 1420, но сегодня взяли вот это. Ну, чтобы я себя чувствовал там... Комфорт. Натуральная кожа? Да нет, что, фуфло. Фуфло. Кожзам. Фуфло, но взяли это, чтобы я себя чувствовал на работе комфортно. Чтобы грибовки какой-то мой не привез на рассаду. Вот. А что у меня? Блинчики, огурчик, сосиска, майонез, да? Так, где термос-то, мать? И термос. Маленький поди. Не, по термос у меня термос, он уже года три со мной ездит, как родной мне стал. Пол-литра. Угу. Маленький, хорошенький. Пол-литра и вот полторашка воды. Сейчас там еще там была бумага, чтобы давали в поездку с собой 1.5 литра воды. Еще на работе воду сейчас можешь хапнуть, потому что жара. Печеньки еще положила тебе. Крючок там. Рюкзак. А, ну, рюкзак вообще крутой. Сколько литров там? 40 литров. Рюкзак 40 литров. Мы его ведро называем. Да, мы его называем дома ведро. 40 литров, вместительный, здоровый. Так, она зарядку еще положит, это раз. Печеньки вот у меня. Лежат печеньки, да? Вот, под пластицы печеньки немножко. Вот полежат, а, это Ярик, видимо, откусил. Слышь, что мне за грызки ложишь? Не, они ломаются, ломаются. Че, рюкзак большой там что-то? А, ну или уже сломалось. Так, обязательно пауэрбанк с собой. Там лежит, ну, 20 тысяч. На 20 тысяч микроампер. И зарядка. А туфли что, куда по? Я, наверное, с собой понесу. Это, в отдельном руке понесу. Я на машине же. На машину веду, машину закину. Так, это готово. Это готово. Все, надо покупать. Лишь бы так не оставить там. Так вот, да, на кофе допить, короче. Зубы почистить. И все. Доброе утро. Проснулись, только время у нас 11 утра. Сейчас будем завтракать. Дениса вчера в поездку отправили, я там маленького поснимала. Вот, мы с Ярославом дома вдвоем. Сейчас будем кушать. Я покажу, что мы будем на завтрак кушать. Ну, блин, жара такая вообще. Вентилятор включили. Крутится. В комнате кондиционер включила. Духота такая. Окна открываешь, никакого толку, еще жарче. Вот все, что осталось у меня от пионов. Вот этот вот распустился недавно. Вот он был вот такой же. Распустился. Эти уже будут сейчас, наверное, опадывать. Вот жду, когда еще вот этот распустится. И можно будет выбрасывать. Так, на завтрак у нас будут яйца вареные. Но это не все. Это я просто вчера сварила 5 штучек. Ярославу сейчас 2 почищу, и себе 2 одно останется. Потом сделаю бутерброд с этим, как он, хлебец, творожный сыр, мажу и огурчиком свежим сверху. Фруктики, ягодки у меня еще тут, Виктория, и персики вчера покупала, очень сочные такие, вообще вкусные. В общем, завтра будет. Вчера Ярославу цепочку купили, сейчас покажу. Ярослав, да я покажу, какую цепочку купили тебе. Ну, серебряную взяли, вот такую вот. У него была веревочка просто. Крестик был у него, я его почистила просто. И это. И сейчас он... На день рождения ему денег подарили, да? Ты, получается, сам себе купил цепочку. Мы думали, куда потратить, и решили купить цепочку, да? Мама с папой телефон ему купили, он сейчас из рук его не выпускает. Да? Ладно, сейчас кушать принесу. Батюша, ты что, покушала? Батюша покушала. Да? Бати, Бати, Бати. Бати,
вкусно было? Ну-ка, вкусно было. Мы все только вентилятором сейчас спасаемся, жилище. Жду, когда мне вода закипит, чай буду делать. На выпускной Ярослава подарили, ну, в садике, такие вот наборы для школы. Здесь у нас непроливайка, фломастеры, карандаши, пластилин, краски, подставка для книг, альбом для рисования, цветной картон, цветная бумага, гуашь, всякие ручки там, точилки. Короче, маленькая часть уже у нас подарена, куплена. Потом уже будем такое докупать, тетрадки и так далее. Сейчас пошла у него на столе порядок наводить уже, то у него там что только нету. Разложу все по местам. То мы даже так и не открывали, ну, вот выпускной подарили, посмотрели, больше не открывали. Так и лежало у нас. Разложу все по полочкам. Мы сходили сейчас с Ярославом на прогулку. Жара вообще невыносимая. Мы с ним часик так прошли и так подумали, пошли, говорю, домой. Надо дома. Более-менее не жарко. Кондиционер в большой комнате. Сейчас включили сразу. Я на кухне с вентилятором. Сейчас буду готовить, кушать. И это... И кино смотреть. Подсела на сериал. Вот сейчас буду смотреть. Я покажу, что мы купили. Небольшие покупки. Мы все купили кефир. Я что, вечерам пью кефир. Беру вот такой нетвинский. 2,5%. Маленькую такую бутылочку. Ну, тут не литр. Сколько он тут идет? 400 грамм. Батон Ярослава на бутике, то он уже сегодня просил. Сделать бутики, батон закончился. Макароны. Беру вот такие маленькие ракушечки. Вот такую фирму. Ярослав тоже очень любит. Потому что мне завтра на работу, он будет бабушкой. Макароны любит, так что пусть ест. Творог взяли тоже на нетвинский, 5% беру. На вечер. Сейчас такая жара, есть ничего неохота. Творог вечером пойдем. Молоко. Тоже, кстати, нетвинска. Так. Зашли в магнит, что-то ничего нету. Из охлажденки взяли голень. Сейчас сварю их. Я варю их обычно с луком. Они такие сочные получаются. Вкусненько. Потом пью себе к чаю конфетки такие без сахара. Победа. По одной с утра. А Ярославу, вот эти вкусняшки, он любит вот эти печеньки овсяные с дрожже. И сказал, хочу вот такие вот сердечки. Тоже взяли. Это Денису с Ярославом. Ну, если Денису достанется, пока он детский. Пион один остался. Но я его не стала этот убирать. Думаю, он еще распустится. Сейчас воду поменяю на прохладную. И потом тоже его выброшу. Ну, такие скромные покупки. На улице жара, 30 с лишним градусов. Вообще. На, кстати, окно закрыть. Чтобы жара не приходила к нам. Шторы все закрыты. Тут у меня персики растет. Здесь помидорку посадила, черри. Не знаю. Что-то уже третий раз сажу, они у меня почему-то не уживаются. Не знаю, что им надо. Что-то не хватает им.